Торпедо 2, Родина М. 2-2 по итогам этого матча. Хребтов, Стрельчук, Газиев и Антонов забивали сегодня. Ну и характер матча, конечно, был такой, знаете, если позволите, нелогичный. Вроде бы контролировали матч и мяч в том числе сегодня игроки Торпедо, но при этом при всем у Родины каждый раз находились ресурсы для того, чтобы сравнять счет, а иногда даже и выйти вперед. Футбольный клуб «Родина» мы поздравляем с победой. Эти очки были нужны как воздух. Кто-то скажет, что и футбольный клуб «Тверь» также имел надобность в набранных баллах. 0-1, гостевая победа москвичей.